Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и с вами снова я, Владроид Video Games. Так, и в этой серии у нас уже есть такие вот прекрасные автомобильчики, которые мы купили. Открываем офис, чтобы их продавать, и я вообще считаю, что нам пора бы уже расширить наш офис. Так, банк, счета, добро пожаловать в банк. Ого, тут можно было взять кредит. Блин, я даже и не знал, что это такое. Так, у нас все тачки на продаже. И я думаю, пора бы нам усовершенствовать немножко наш офис. Так сказать. Все, мы подняли офис наш на один уровень. И наша парковочка встала в два раза больше. Это просто прекрасно. Так как у нас есть уже 1 миллион, то в принципе это... Так, давайте предложим 295 тысяч за данную спортивную тачечку. Я думаю, что мы ее, да, продали, отлично. Так, и нам надо поехать сейчас на авторыночек, купить каких-нибудь новых автомобилей. Торговаться давайте предложим ему 55 тысяч. Я думаю, эта цена вполне ему подходит. Да, отлично. Так, а вам 45, мне цена не нравится. 28. Я даже торговаться не буду за такую маленькую цену. Давайте погнали на авторынок и скупим сейчас просто все автомобили, которые у нас будут на авторынке. Ну, сначала, конечно же, пойдем с дорогих автомобилей, для того, чтобы у нас точно хватило на них денег. Так, будем торговаться. 395 мне цена не подходит. Поэтому предложу 350 тысяч, и я думаю, сейчас я ее как раз таки и куплю. Так, машинку отправляем на парковочку 1. Так, этот автомобиль... Не, давайте походим... Ладно, купим его тоже. Он, конечно, в плохом состоянии. И его сразу, сразу же нужно... Мне интересно тебе предложение. Ого! Интересно, что предложение интересное. Сразу же отправим его на подъемничек, чтобы его отремонтировать. Так, ну какие у нас тут еще тачки дорогие? Давайте взглянем, сколько у нас стоит Volkswagen Жук. Отчет может быть фальшивым. Сделать экспертизу. Давайте сделаем все-таки экспертизу на данный автомобиль. Для этого нам нужно ввести специальный код. Как вы видите, проверить. Так, эксперт у нас осматривает данный автомобиль. И что мы видим по экспертизе? Мы видим все, что у нас было в отчете. Все... Сходится. И цену продавец, я тщательно изучил отчет, и он соответствует вашему описанию. Да, поторговаться тут не получится, но мы поставим цену 22 тысячи. Возможно, человеку будет интересна такая цена. Ваше предложение слишком низкое. Давайте 25 800. Отлично, купили данный автомобильчик, отправляем его сразу же к нам на парковку. Так, Fiat 500. 12 тысяч, ладно, тоже будем покупать его, но только не за 12, а предложим цену в десяточку. Посмотрим, как человек отреагирует. Да, и мы купили данный автомобиль сразу. Так, что у нас тут еще по дорогим тачкам? Это, возможно, вот эта вот Audi у нас дорогая. Сейчас как раз мы не особо дорогая, но 25 тысяч мы сможем сразу же предложить. Мне не интересно ваше предложение, давайте 27 500. Можно, я подумаю, все отлично. И на ней, я так думаю, мы и поедем домой. Эта тачка тоже будет в районе 50 тысяч, но она у нас слишком тоже побитая. Поэтому предложим 55 тысяч и отправим сразу же ее на ремонт. Отправляем на ремонт, для того, чтобы ее по бурику отремонтировать. Citroen дешевый, Skoda дешевая. Так, дом на колесах тоже, наверное, в районе 40 тысяч будет стоить. 11. Ну, я же обещал скупить все тачки на авторынке, так что я как раз этим и буду заниматься. Давайте не 8 тысяч, а 9 предложим ему. Так, вы будете довольны машиной. И все, у нас место закончилось. Место закончилось. Так, чувак, за сколько ты продашь свою тачку? Я думаю, 8 тебе будет с головой такое предложение.
на 1500 дешевле от своей стоимости. Так, какие у нас тачки осталось еще вступить? У нас осталась еще эта BMW-шечка торговаться. Давайте тоже за 8 ее купим и выставим приблизительно одинаковый ценник на этих два автомобиля, где-то по 14 000, и будем так их и продавать. Так, это 6 000, предложим парню, чтобы его не обидеть, 5 000, я думаю, он согласится. Ну и отлично. И осталось у нас Шкоду Кодиак купить. И получается, что мы скупим все автомобили у нас на авторынке. Что-то слишком много я не предложил. Все, отлично. Мы скупили просто все автомобили. Оставили авторынок пустым. Так, берем нашу Audi. Погнали на ней домой. Так, отъезжаем. Ждали. Так что давайте продавать наши тачки побыстрее. 30 000 мы предложили, эта цена мне не нравится, нужно подумать. 21. Давай, тетя, я тебе продам за 23, и все, и гуляй себе с Богом. Так, все отлично. BMW-шечку за 45, там и ABS, и турбо установлено. 30 000 ты хочешь купить ее, давай 35, и я тебе ее отдам. Смотри, сколько уже покупателей набежало. Мне кажется, цена... Это ты неадекватная, не цена неадекватная. Сколько ты предложишь? 28. Торговаться. Давай 35 000. Предложу тебе. И ты заберешь дороговато. Понятно. Так, сколько ты мне предлагаешь? 27. Торговаться. 35 000, я отдаю тебе этот автомобиль. Понятно, ясно. Человек уже даже ушел. Ладно, давайте я предложу 30 31, и все, забирай. Так уж и быть, дам еще возможность подзаработать и тебе. Я заработал на тачке и еще дальше зарабатываю, чувствуем. Так, ну что, мы выставляем наш автомобильчик сразу же на продажу за 40 000. Выставить на продажу, отлично. И идем за нашими остальными автомобильчиками. Так, давайте сразу же возьмем эти тачки и поставим на продажу. Так, две тачки пригонять, там в ремонте у нас два автомобиля. Тоже надо будет отремонтировать и выставить на продажу. Какие-то у меня тут маленькие тачки, такие компактные, так сказать. На этой стороне будут продаваться. Заглушить забыл двигатель. Так, ну а Феррари мы поставим по другую сторону, потому что это совершенно другой автомобильчик. Тачка поводнее, так сказать. Поставим ее тут в уголочке. Модная, крутая тачка. Выставляем все наши автомобили на продажу и идем на нашу СТОшку. Что это? Что так плохо крутится колесико? Что-то мы столько тачек напокупали. Так, за 20 000 выставляем. А, у нас еще ж на авторынке куча автомобилей наших стоит. 40 000 выставляем. Я думаю, Volkswagen Жук за 40 000 уйдет максимально быстро. Так, и Ferrari мы выставляем за 600
тысяч. Я понимаю, что она продастся в районе где-то 420. Но все-таки нам же нужно поставить нормальный ценник, потому что показать, что у нас нормальный такой автосалончик, который сможет зарабатывать много денег. Да, тут, конечно, тачки побитые нормально. Так, мы их немножечко отремонтируем. И надо ехать дальше на авторынок. А, это не моя тачка. Назад на авторыночек и пригонять все остальные наши тачки. Так, автомобильный рынок. Потому что у нас там тачек так достаточно нормально и состоит. Все скупленные, но не все у нас возле гаража. Так, отправляем на парковку. Отправляем на парковку и сами поедем. Блин, еще все равно придется возвращаться. Так, в этот раз надо приезжать нормальную сторону. Да. Так, ну что ты за Феррари мне предложишь? Какую цену, чувак? Так, я думаю 400, ну, как я и говорил, давайте за 450, раз, два, три, соточка навара, мы ее и продадим. Все, отлично, продалась наша тачка. Так, 40 тысяч, ну, эти, берешь за 40, за сколько выставил, за столько и взяла. Окей, окей. Угу. Из-за этой машины я не могу покупать. Так. Volkswagen Жук. Мне нужно подумать минутку. Торговаться давайте за 38. Забирай сразу же. И Fiat Punto, может, тоже сможем продать, успеть. Так сказать, торговаться давай за 18 500, предложить цену, мне нужно подумать. Поздравляю с хорошей сделкой. Отлично. Так, давайте пока вечер, так сказать, мы загоним все тачки на продажу и сразу же перестанем продавать наши новые и спать, так сказать, сохраняться. Нельзя же так сделать? Нет, к сожалению, так сделать нельзя. Так, у нас еще ж в ремонте два автомобиля, и на авторынке нам нужно заказать тачку. Но я хочу купить все автомобили на авторынке, я их как раз таки и скупил. Так, нам надо на авторынок забрать наш автомобильчик еще один. Автомобильный рынок. Погнали, наш Citroenчик заждался нас на авторынке. Уже никого нету, а он еще до сих пор тут стоит. И отгоняем сразу его на парковка 3, а сами на автобусе возвратимся домой, так сказать. Так, в офис. И еще надо с ремонта пригнать наших два автомобильчика. Так, берем этот Citroen. Отлично, будет смотреться. Супер. И две тачки у нас такие, более в годах, так сказать, надо забрать с авторемонта. Они уже у нас отремонтированы полностью. Нет. За руль. Дорога общего пользования не так много. Все, глушимся и еще одну тачку забираем. Забираем, быстрее бегать не хочу. За руль.
сегодня даже установим, я думаю, цену данным автомобильчиком, для того, чтобы на следующий день не терять на это никакого времени. Так, садимся за компьютер и погнали. Все машины не в продаже. 55 тысяч купили, 1000 потратили, значит, за соточку мы обе тачки будем выставлять в продажу. Эту тачку будем выставлять за 18. Цена всего лишь вдвое больше. Так, эту тачку мы купили за 8, будем выставлять за 18 тоже. Ну а там как продастся, так продастся. Так, эту тачку мы купили за 8, выставляем за 18. Так, 23 выставим за 40 тысяч. А эту мы поставим 50, грубо говоря. Давайте тоже за соточку. Поставили за соточку. И еще один какой-то Citroёn у нас не в офисе, хотя я уже все загнал. Блин, как этот Citroёn мог укатиться? Заглушить автомобиль и ставим Citroёнчик этот тоже на продажу. Не в продаже у нас один Citroёn. За десяточку мы его поставим. Все, выставили на продажу данные автомобили. Закрываем наш офис. Все тачки красивенько расставлены. Эти, конечно, жопой смотрят новым покупателям. Но все-таки как-то так. Так, контейнер. И идем поспим. Кстати, давайте в этой серии, раз мы уже расширили наш офис, давайте расширим или как-то изменим наш контейнер. Как раз этим самого утра и сейчас займемся, когда проснемся. Поедем в офис. И как-нибудь... Блин, что тут дом нельзя построить на месте этого контейнера? Или уже можно? Сейчас посмотрим, кстати. Возможно, это добавили в новом обновлении. Открываем наш, выбрасываем, кто-то кока-колу тут попил, не выбросил. Давайте сразу же обновление. Эвакуация, офис, украшение, контейнер, внешние декорации, интерьер. Давайте хоть кровать поукрасим, купим. А это что такое? А, у нас вообще даже окон никаких не было. Ясно, понятно. Так, надо, наверное, покупать дом, но к дому у нас ходить не так просто. От остановочки, так сказать, и всего остального. Так, ну что, парни, а продадим мы эти автомобили уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!